Я знал, что так будет. Старик был в ярости после пропажи двигателей. И, похоже, это моя расплата. Меня нанял не Старик, а Перл Этвей. Значит, они снова заодно. Не надо было мне вставать у них на пути. Семейные узы не просто разорвать. Что значит семейные? Пожалуй, пора нам с Перл поговорить по душам. Позаботьтесь о нем! Видели его? Having a bit of fun, is he? There's some odd bods in this town. Там что-то есть! Какого черта? Мне точно не показалось. И что у нас тут? Fodder.
что нужно каждый... Лучше цен вы не найдете. А вот и ты. Что еще ты задумала, Перл? Я думала, он знает о моей связи с Орденом и пришел убить меня. Представь мой восторг, когда я узнала о его цели. Ассасин, работающий на Тамплиера. Разве это не прекрасно? Отвратительно. Это бизнес, кузен. Хватит дуться, кузен. Ты вернешь свои двигатели. И наши амнибусы принесут нам с тобой кучу денег. Мне нужен будет транспорт для доставки двигателей обратно на завод. Езжай на вокзал Ватерлоу и лично проконтролируй весь процесс. С радостью. Да направит нас отец понимания. Как и во всех наших будущих начинаниях. Вокзал Ватерлоо. Дверь заела. Опять? Толкни сильнее! Гоните его!
Сэр, двигатель в Ватерлоо. Люди Старика скоро займутся разгрузкой. Им нечего будет разгружать. Собери группу Чаринг-Кросс. Я отправлю двигатели, заберете их. Леди и джентльмены, прошу прощения за задержку. Central Station вот-вот откроется. Да где это чертово расписание? Станция закрыта. Приказ — это Уэй. Ты же видел чертежи. Ты знал об этом изъяне? Незначительный изъян, сэр. В остальном вагон полностью защищен. Восстаний не было. Из-за чего вдруг задержка? Поезд вот-вот уйдет. Дождемся приказа и сразу пустим вас на Central Station. Спасибо за терпение. Может, проведите ходы? Дождемся приказа и сразу пустим вас на Central Station. Скоро прибудет мой коллега. Спасибо за терпение. Тут притаился.
со мной связаться! Сразу пустим вас на Central Station. Скоро прибудет мой коллега с Central Station. Спасибо за терпение. У меня срочные дела на станции. Сможете заняться ими, как только мне разрешат пустить людей.
дождемся приказа и сразу пустим вас на Central Station. Скоро прибудет мой коллега с графиком Central Station. Спасибо за терпение. Вот расписание. О, спасибо вам. Внимание, пассажиры! Все поезда отходят с центральной станции. Для отправления следуйте на центральную станцию. Пропустите нас! Никогда раньше опозданий не было. Нет, ну это форменный абсурд. Поезд подвод. Только дай мне повод, и я убью тебя. Как жаль. Мы были хорошими партнерами. Нашему сотрудничеству пришел конец. Это бизнес, мистер Фрай. Для успеха все средства хороши. Кроуфорда не обрадует весть о моей смерти. Его опасно злить. Я стольким пожертвовала. Жаль мои амнибусы. Thank you.
When coldness or deceit shall slight their beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Мистер Старик, я же просил не беспокоить меня! Till break your own to see in such a moment I but ask that you remember me, that you remember me. Кроуфорд. Этот скот отнял у меня мою Перл. Я предам его правосудию. Перл не нужно правосудие. Она хотела бы отомстить. Ценю ваше рвение, мисс Торн. Но мы не можем позволить эмоциям подрывать верховенство закона. В этом случае враг победит. Все будет сделано тихо. Мисс Фрай окончит свои дни на виселице. А ее братца я убью, когда он придет за ней. Полагаю, выхода нет. Только не надо рисковать. Соберите силы тамплиеров в Лондоне. Мы защитим этот город света. Да, Кроуфорд. А потом... мы войдем в тайник, и тогда разгоним все тени вместе. Письмо для меня